Ну что, где писать будем? Я сейчас. Ой, Марина, где бутылок? Да ладно, я! Марина, все в порядке? Что это? Днем я просто Маринет. Обычная девчонка в обычной жизни. Но кое-что никто обо мне не знает. И это мой секрет. Пола чудес. Что за звук? Где Мурза? Вот, Маринет! О, отличная игра! Спасибо! Что? Прости, Маринет, дай все объяснить! Мам, дай мне Седри! Мальчик! Да тише ты, Маринет! Тише! Ты здесь не должен быть! Маринет, ты в порядке? Я слышал крики. Давай я выйду и все объясню. Ты совсем, ты выходишь из комнаты девочки? И объясняешь ее папе? Что? Ну да. Папа, все хорошо, я просто испугалась. Паука! Ой, давай я заберу его. Все хорошо, пап. Он полз, спасибо. Если вернется, зови. Ладно. Что ты ему объяснишь? Может, мне сначала? Почему ты в моей комнате и сейчас с этим чемоданом? Извини, Марина, что напугал, но мне некуда было больше идти. Папа меня выгнал. Что? Ну, за что? А что у вас случилось? Я бы не хотела об этом говорить. Как же мне сказать, Маринет, что я сам ушел? Не могу больше так слушать постоянное недовольство отца. Но если ты против, я не хочу тебя беспокоить. Я тогда пойду. Стой, и куда ты пойдешь? Пока не знаю. Что же делать? У меня в комнате Эдриан. Это живая мечта. Носки под кроватью. А вдруг он их видел? Маринет? Секундочку. Все. Ты можешь остаться тут на чуть-чуть, пока не решишь свою проблему. У меня есть свободный для тебя спальный мешок. Но будешь спать на полу. О, спасибо, Маринет. Ты лучше. Маринет, что ты творишь? А если родители увидят? Так, я пока сюда вещи сложу. Это чей ящик? Ты что творишь? Так, Феврат, папа не в курсе. Поэтому тише воды и ниже травы. Понял? А когда зайдет, где прятаться? Вот точно! Под кровать! Нет! Ты давай-ка пока что они распаковывают чемоданы и вообще не двигайся. Как скажешь, Маринет. Ой. Так, понятно. Я сейчас никуда не уходи. Я тебе принесу что-нибудь перекусить. Спасибо тебе, Маринет! Маринет, а тебе что, Эдриан нравится? Ты чего?
его, пап. Да у тебя же в комнате полно его фотографий. А ты вот бы туда не заходил, на то она и моя комната. Ты куда, Маринет? Странно. О, рисунки Маринет. Красивые. Она не ждет! Она не ждала двигаться! Ты чего, Маринет? А где бутерброд? А ты руки мыл? Нет. Чего сидим? Вперед, а я за бутерброд. Хорошо, хорошо, хорошо. Привет, Марин, готова к лучшему докладу по истории? Лука? Точно. Итак, совместный доклад по истории у нас будут писать Маринет и Лука Куфен, да. Лука, доклад. Точно. О, бутер, класс! Ага, класс. Ну что, где писать будем? Я сейчас. Ой, Марина, где бутер? Песни всегда поет. О-хо, круто поет. Мистер Дюпен, настоящий рок. О, куда ты собираешься, Маринет? Что? Ну, чемодан. А, ну да, на отдых с родителями. Круто, круто, круто. Это что за фигня? Что с Маринет? Что с голосом? Простыл, что ли, от холодной воды? Заперта! Маринет! Маринет! О, это твой папа? Ага, я сейчас. А ты это пока возьми учебник, он у меня там на столе в зале. Ладно? Как скажешь, я быстро. Не торопись. Ушел. Отлично. Ой, Эдрин, а ты что так долго? Так дверь захлопнулась. И захлопнули. Ой, Эдрин, а у папы есть рубашки. Еще со времен молодости. Можешь надеть. Точно? Конечно, он будет не против. Вот, тут они. Ух ты! Да они крутые. Твой папа был модник. Ага, ага, залезай. Залезать вот так вот, все. Маринет, зачем? Папа, если увидит, то и где ты будешь переодеваться? Ну ладно, если помещусь тут. Тут как-то неудобно, Маринет. Ну и отлично. Напишем доклад. Давай. Вот учебники. Угу. Выключите. С
Срочные новости. Странный человек в черном призывает суперкота и леди Баг явиться к нему. Иначе, как он сказал, он уничтожит гипермаркет со всеми находящимися в нем заложниками. Ого! Черт, мне надо срочно бежать. Но Лука и Эдриан, одних тут нельзя оставлять. Нельзя больше мешкать. Надо бежать. Лука, мне надо срочно ехать с папой. Просила помочь с выбором муки в пекарню. Это очень срочно. Ты же знаешь этих пекарей. Вещи торопятся куда-то. Чего? Давай завтра доклад сделаем. Перед уходом можешь взять остальные бутерброды. О, круто! Пока. Эдриану говорить. Прости меня, Эдриан. Тики, давай! Черт, что же делать? Пока нет Маринет, нужно бежать. Плак, когти! Да, куда же она положила эти бутерброды остальные? Черт! Ой! А? Что это? А? Лука? Я тут шкаф проверял. Все чисто. Вы в безопасности. Ну, надо бежать, проверять другие шкафы. А? Спасибо тебе за помощь, житель Парижа. Герои тебя не забудут. Пока. Пока. Он что, взял компьютер? Ничего не понимаю. Шкаф. И пойду домой. Вам понравилось видео? Тогда не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Всех люблю. Всем пока! Пока! У моего домика Эдриан, мальчик! Ну, крючонка, люди. Я не умею просто так кричать, давай. Извини, Маринет, что напугал, но мне не было больше куда идти. Извини, Маринет, что напугал, но мне некуда было больше идти. Ты что там упал? Я боюсь. Спуська слева так. Поэтому тише травы и ниже воды. Да у тебя же в комнате... А, тьфу, в комнате. Сейчас, секунду. Да у тебя же в комнате полу... Блин, что такое? Шикарит фразочку. Ты там еще? Так, сейчас. Так. Я не вылезала. Я понял. Меня зовут Маринет. Я самая обычная девочка. Судьба выбрала меня, чтобы противостоять силам зла. Но это мой маленький секрет.